Что будет с Москвой? Сдадут город или нет? Уезжать отсюда? Или можно остаться? Ты ведь не за этим пришла сюда, милая. Во что веришь, то и будет. А я вот, например, в Бога не верю. И молиться не хочу. Я знать хочу. Товарищ комиссар, отправьте меня на фронт. Я тебя и так туда отправляю. Даже дальше. За линию. Твоя задача, Петрова, икону Богородицы доставить из Торхова в Москву. А кто? Ангелы. Разве не видно? Дай руку. Молчи и слушай. Много на тебе плохого. Стоять! И еще сделай, что простится. Где икона? Зачем она тебе? Какая у них цель? Этого я не знаю. Перекрыть дороги. Никто не должен выйти из города. Чего ты хочешь? Верните икону. Очень прошу. Я помогу вам выйти из города. Ты веришь в чудотворную силу иконы? Плевать мне на нее. Доска с картинкой. Мое дело доставить икону в Москву. Они ушли из города. Продолжать преследование. Руки вверх. Стреляй. Перекрестись на икону и стреляй. Пресвятая Дева, Мать Господа Бога нашего, дай нам покров и защиту в жизни сей. Целься. Будь заступницей нашей.